Всем добрый день! Сегодня 3 июня. Наш огород как выглядит. 1 июня зацвела картошка. Вот первые цветочки. Первые вестники вкусной картошки. Вот. Такое у нас поле получилось. Здесь картошки посажено 300 штучек. Вот. Так это выглядит. Здесь то, что мы делали, горох. Горох, я говорила. Салат. Там лучок. Еще фасоль. Вот она начинает подниматься и будет завиваться. Здесь тоже по краю коробов посажена фасоль. Вот она нашла. Тут мы ей такую еще конструкцию сделали, чтобы она могла виться. Да, тут тоже вот так не выглядит. Здесь еще по бокам лук был посажен, доедаем. Внутри еще засунуты кабачки между картошками. Потом они себе возьмут. Ну, будет здорово. Вот кисточки тоже. Это наши огурцы. Грядка знаменитая. Вот. Тоже красиво выглядит. И сегодня зацвел первый огурец. Вот он. Вот он, чемпион. Вот. Огурцы были посажены рассады 16 апреля. Вот, а самый маленький то я недавно посаживала, чтобы было не все одновременно шло. Короче, говоря, одни пораньше, другие попозже. Вот они уже большие тут такие. Усы убираю, потом их направлю куда надо, и они дальше уже с усами будут завиваться. Так, здесь у нас перец, самые дохленькие помидоры. Здесь тоже экспромтом такая была теплица сколочена. Здесь по краю салатик, помидорчики густой лес и редиска. Ну, редиску убираем постепенно, и все. Здесь у нас лук с морковкой, вот он, поле наше. Это лук будет на луковице. Будем кушать. Там самая дальняя, самая жаркая грядка. Тоже посажены помидоры. Вот. Маленькие, тут разные сорта. А под ящиками тут, ну, бедненькие арбузики экспериментальные мучаются. Но хотя... Вот здесь вот, посмотрите, он даже зацвел. Что с него будет, трудно сказать. Но. Вот, а это приспособа придумала поливать помидоры. Очень удобно. Бутылку берете, вверх обрезаете, засовываете в землю. Так, ставите палку, чтобы она не падала, бутылка. И потом... между каждым помидором, и очень удобно поливать. Вот. Льем. Один. И точно по 1,5 литра, сколько надо. Обошли. Влаги лишней нету. Вот тут мини-помидорчики. Ой, тень. Так, тут мини-помидорчики. Уже собираются высыпать. Вот и удобно. Что-то не сразу проходит, а постепенно уходит вода. Теплая вон там уже давно. Поливала, она еще стоит, и потихоньку набирает силы. Погода только теплая стала вот недавно. Конечно, холодно было, как всегда, но мы надеемся, что вот клубничка тут немножко у нас посажена. А там тоже эксперимент, мочалка люпа. Две пропало, но остальные живы. Ну вот, что у нас еще тут интересно вам показать. Наша теплица. Так, теплица. Теплица тоже только начала набирать силу. Помидоры. Тут похоже, вот там андромед такая получше. Потолще они. Ну, вот так вот. Даже где-то, по-моему, тут был зацвевший помидор. Ну, ладно, искать мы его не будем. А, вот он. Вот он. Вот он.
Так растет, там подлиннее, потемнее, потому что. Вот так мы двигаемся. Такие наши успехи. Все. До свидания. Чао.